Всем привет, ребят! Нашел такие заготовочки, давно лежали для буржуйки, и решил сделать. Сейчас погну такие заготовки для поддувала. Он же будет ящичек для золы. Смотрим дальше. Так, все заготовки я сделал. Красненькие готовы, будут съемные. Так, для сборки все готово, осталось обварить. Пять минут спустя. В общем, все обварил. Остался только низ. Почти готово. Все, осталось дно обварить. И почти готово. Можно испытывать. Сейчас сделаем эту клетку. О! И ножки останется доварить. Все доварил. Такая хрень получилась. На ручку еще прифиначить. А, сварщик от Бога. Три дня спустя. Фу, ну собрал буржуйку, доварил. Вот так выглядит. Сейчас попробую запустить. Первый пробный запуск.
тут труба уже горячая. Пойду гляну с улицы, что там дымит. Ну, дыма даже не видно. Потихоньку горит. В общем, смоль жира уже, труба начинает чернеть. Жарит хорошо. Их надо было набрать картошечки запечь. Теперь мне тут как духовка. Это для того, чтобы с той стороны подсоединить кулер и вроде как дуло теплым воздухом. Но это будет не скоро. Все, тепло идет. Можно греться. Качу, говорит, дай бог. Нормально. Тяга есть хорошая. Так, ребят, в общем, прошло минут 10. Жара неимоверная. Я уже начал раздеваться. Сижу в кофте. В общем, печка зверь. Ай, бля, горячий. Хренячит. Да, надо делать кулер, чтобы надо все тепло. В общем, огонь. Надо купить градусник, чтобы мерить температуру. Труба уже почернела. Жесть. Надо было брать нержавейку. Переделаемся. Так, немного видео, чем вообще отапливал гараж. Был такой 2-киловаттный обогреватель, по осени спасал. Потом купил пропановский баллон горелкой, грелся им, но дышать очень трудно, выжигает кислород. Ну, сейчас спасает буржуйка. Ай, бля. Да, уже не подойдешь к ним. Кипяток. Ну, нормально. Буржуйка горит. Дрожит тепло. Вот уже прогорело почти. Себя подкидывать не буду. Пусть прогорает. И валим домой. Все, пока.